О том, что в Центральном парке культуры и отдыха начались нетипичные для этого времени года ремонтные работы, написали родители в соцсетях. Их возмутило, что средства потратили на эти цели. Рабочие ответили, просто выполняют приказ руководства. Ну, будем ставить. А вот именно зимой почему? Так сказали, весь кривой, весь ржавый. Оксана приходит в парк гулять с сыном Семеном. Летом, рассказывает она, на площадке яблоку негде упасть. Возможно, именно поэтому забор и меняют в холодное время года. Если потом будет что-то красивое, новое, почему бы и нет. Хотелось бы улучшение территории, благоустройство этой территории. Но даже так, свежий воздух, очень хорошо. Разбитая карусель, качели, с которых стерлась краска, список можно продолжить. Не только эта площадка, весь парк культуры и отдыха нуждается в благоустройстве. У входа не везде есть лавочки, на газонах лежит старый демонтированный бордюр. Остается открытым вопрос, почему сейчас меняют забор, а не потратили средства на решение этих проблем. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».